Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Случилось чудо. Улыбающийся заворотнюк сняли плавающий в бассейне. Глиблоостома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, говорят онкологи. Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу. Люди редко живут дольше 5 лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают. Но кажется, Бог миловал Анастасию Заворотнюк. Никто точно так и не знает, что происходит с актрисой, как она себя чувствует и где находится. Появляющиеся в прессе новости – это либо домыслы, либо слухи, либо чужие суждения. Семья же продолжает хранить молчание. Они лишь однажды заявили, чтобы прекратить поток лжи, Настя не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это – выдумки. Знакомые актрисы уверяют, что ей была проведена успешная операция по удалению опухоли. Она, по словам врачей, может находиться в любом отделе головного мозга, но чаще всего встречается в лобной и височной зоне. По консистенции новообразование бывает мягким или твердым, а по размеру – от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария. Сегодня же, по словам друзей, знаменитость успешно проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. Чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. Врачи же такой исход называют не иначе, как чудом. Такое случается один раз на 10 тысяч. А как вы считаете, семья Анастасии в каком-то момент уже должна прокомментировать все эти слухи, которые распространяются в сети, и выступить с официальным заявлением? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!